Пожалуйста, музыку. Торжественный марш. Награждение в весовой категории 62 килограмма будут проводить заслуженный мастер спорта Советского Союза, чемпион мира Павел Первушин, Санкт-Петербург. Заслуженный мастер спорта Советского Союза, олимпийский чемпион Павел Кузнецов, город Владимир. Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Алексей Петров, город Волгоград. Награждение в рывке. Третье место с результатом 125 килограммов и бронзовую медаль завоевал Раис Гайнудинов, Санкт-Петербург. Второе место и серебряную медаль с результатом 130 килограммов завоевал Артем Фаренюк, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург. Первое место и золотую медаль с результатом 130 килограммов благодаря меньшему собственному весу завоевал Павел Суханов, Московская область, Оренбургская область. Спасибо. Награждение в толчке. Третье место и бронзовую медаль с результатом 153 килограмма завоевал Раис Гайнудинов, Санкт-Петербург. Второе место и серебряную медаль с тем же результатом 153 килограмма, но благодаря меньшему собственному весу завоевал Олег Лаптев, город Ульяновск. И первое место, и золотую медаль с результатом 160 килограммов завоевал Павел Суханов, Московская область, Оренбургская область. Победители и призеры награждены медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации. Награждение в сумме двоеборья. Третье место и бронзовую медаль с результатом 278 килограммов завоевал Раис Гайнудинов, Санкт-Петербург. Второе место и серебряную медаль с результатом 280 килограммов завоевал Артем Фаренюк, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург.
Чемпион России 2012 года в городе Саранске, мастер спорта международного класса Павел Суханов. Его победная сумма двоеборья 290 килограммов. Призеры получили медали, завоеванные в очень интересной и упорной борьбе, кубки и памятные подарки от организаторов «Лисенка». Награждается тренер Павла Суханова, который готовил его к завоеванию золотой медали чемпиона России Юрий Анатольевич Казаков. Фото на память с группой награждений. Спасибо вам, участники, за интересную борьбу, которую вы продемонстрировали на помосте столицы Республики Мордовия, Саранска. Спасибо вам, уважаемые зрители, за поддержку. Завтра продолжение чемпионата России. Начало в 14 часов. Ничего не делаю сверху.